президент России так и не прибыл на саммит в Гамбурге. Его текущее местоположение неизвестно, и никто не знает, как это скажется на мирных переговорах. Похоже, Макаров сделал свой ход. Если он вернулся в игру, он хочет, чтобы об этом все знали. Где начнем охоту? В Африке. Макаров использует местных боевиков для перевозки грузов в Сьерра-Леоне. Оттуда они через Марокко идут в Испанию. Он идет на север. Прямо к порогу Ее Величества. Что это за груз? Я не знаю, но он для него важен. Он нужен мне. Можем подобраться по реке. В лагере есть фабрика, возможно, они хранят грузы там. Но эти ополченцы учиняют геноцид в горах уже много месяцев. Они будут повсюду. Макаров не допустил бы этого, не служая на какой-то важной цели. Скорее всего, ублюдок будет там, чтобы следить за всем лично. Если он снова в игре, значит, мы тоже. Ой. Каши. Так. И куда это мы? На какой-то курорт приехали, судя по всему, да? Африка. Ну, я надеюсь, здесь нас не будут встречать. Мы на окраине деревни. Понял. Подберу вас через час. Фабрика уже недалеко. Негры-каннибалы. Груз должен быть там. Не шумим. Пошли. Прайс и еще с кем-то мы. Не высовывайтесь. С супом. Ополченцы. А эту пушку я знаю. Соу, постарайся на этот раз не поймать. Это МК. О себе побеспокойся, старина. Транспорт на подходе. Ложись. Так. Почти на все. Во. Это по-нашему. Чё ты там увидел-то? О, можно пушку поменять. Ну ладно. О, тоже круто. Ну, нам дали снайперку, значит, с глушителем. Так с глушителем. Пускай будет. Так, как подкат сделать? Ну-ка. А я думал, я двоих снял. Там кабанчик. Перезарядил, что ли? А, это гиена даже. Ну, очень круто. Так, ладно, давайте следуем за Прайзом. За Прайсом. Стрелять, что ли? Ой, камикадзе, да? А кто тут? Ну круто. Идем. Ну, я так понимаю, пушки у них тут всех одинаковые практически. Гренку будем туда запульнуть, много их там. Да я не собирался. Это чё, камыш? Ладно, да, офигеть. Идём. Ну. С дороги. Ложись, живо. Тихо. Было устроить такую. Фу. Ну, чуть не спалился. Пробовал я, как она готовит. Долго нам здесь еще торчать. Пока сигарет сказал, когда. На пару часов. Нормально. Все чисто. Что ты, сукин сын. Но твоя жена меня любит. Все, бежать нужно? Отлично. Теперь можем побегать немножечко. Постойте. Так, как мне даже к стенке прижаться так же? Нормально. Ну, вот это правильное решение, считаю.
не тупят, ребятки, видно, обучались в хорошей, ну, в армии побывали, да. Так, ладно. Чё ждём? Ага, нигер. Вот, вот, ну все правильно, да, с ними так надо. Чё они ходят тут, охраняют что-то. Трущобы. Так. С удовольствием. Угу, они там уже разобрались. А ты что тут встал? Ну, где враги? Чё, стрелять? Бабах. Так, ладно. Будем ждать. Ну. Но они ушли. Просто защищать. Конечно, блин. Это мне он сказал? Калаш бери. Куда бежать? Как тут прыгать-то? Так, как пушку другую взять? О! А чё сразу-то я даже не видел-то? Она тоже с глушителем. Шикарно. Так, ладно, куда нам... Куда, ёп, идти? Чисто. Чисто. Бляха ты! Пипец. Прошу прощения. Идем, куда идем? Вот сюда, вот тут. Черная мамба побежала. Давайте. Мочим их. А ты чё, голубчик, побежал сюда? Так, нам вон туда. Ой, да гранату дайте, а, ну у меня есть грены. Сейчас разберемся. Головым давай. Так, ладно, сейчас мы будем... Блях, я уже забыл, как грены кидать. Во, нормально, тут даже дробовики. Пулемет, что ли? ПКП, чё, ПКП, чё? Ну. Во-во. А, печенек. Я не понял сначала. Так, ладно, не будем ерундить. Мочим их. Этот тип спрятался, да? Ну, неплохо их тут обучают, да. Тут в прятки играть. Так, это дохлый. Так, нам вот за этими ребятками. Так, давай быстрее, я здесь полезу. Да ты чё? Ну, чё-то как-то... Хорошо. А я-то думал, мы в скрытом режиме до сих пор. Ну ладно, буду знать. Так, вот там вот. Ой, да с удовольствием. Скидывай, урода. Чё тут мешает? Ну-ка, давай. Давай, все, понеслось. Вот, давай, бомби. Вот. Так, ну бочки на десерт. А там-то чё, бочек нет? Ну я тут посреди дороги и стою, меня по-любому попасть не могут. Хорошо, что он не перегревается. Просто зашибись. Капец. Вот трындец, а. Где слева? Там где-то. Да сколько их тут, а, они что тут? Это миномет. Сразу надо было отпрыгивать после первого же выстрела. Офигеть. Слушайте, по нам... по нам тут... Мы тут втроем, по нам минометом стреляют. Как вам это нравится? Вот за этим прайзом бежим. А чё бегать? А, надо shift не зажимать. Чё он так быстро встает? Погнали, двигаемся. Блин, а, все-таки люблю я эту игру за вот эту масштабность. Война прям настоящая вот эта вот.
А я тебя нет. Я тебя вижу. Так, бежим туда. К маркеру, к указателю. Миномет где-то у них. Где башня? Так, к ним надо идти, походу. Да, вот. Да сдохни ты уже, ёпт. Эш мой. Где же ещё-то? А, вот как надо этим. А, смотри, руку не порань. Ножом долбану, ближний бой, Е надо нажимать. Как действие. Блин, нравится. А если он туда куда-нибудь? Блин, супер вообще. Но цель у нас ближе гораздо. Да чё такое-то? Чё там за бронетанк? Да долблю, чё такое-то? Да нормально. Что-то там он себя сломал, походу. Сюда. Так. А тут что у нас? Сюда, да? А, ну да, вот все правильно. Меня первым пропустите, пожалуйста. Николай, я подхожу к церкви. Ты уверен, круто, что можно быстро ползти. Да, меня вообще радуют гранаты. Но это вообще гранаты или что это? Как это назвать? Проклик. Давайте. Да им вообще пофиг, что ли, по головам. У них головы этой повязкой обмотаны. Из чего она там сделана? Ой, грена. Так, а куда идти-то? А, ну вот за этим давайте. Ну что за гранаты-то у нас, а? Это какая-то петарда, по-моему, детская. Не кажется вам? По нему так проходиться нужно, чтобы гренки с них собирать. Трое бойца. Мы прям ворвались к ним тут в эту... в эту клаку. В эту задницу. Так, в чем дело? А, вот он. Забыли. Про тебя совсем. Ой-ой-ой, что там? Да они вообще офигевшие там сидят. С пулеметика своего палец самого. Так, давай, долби. Почему бочка не взрывается? Ну да, в основном взрываются только красные бочки. Зеленые, видимо, с какими-то... Ну, может быть, там что-то квасит, может быть, я не знаю. Ну, еда, видимо, не взрывается. Не взрывоопасная еда. Хорошо, сверху тоже. Так, у меня скоро закончатся патроны. Мне бы не помешало пополнить. Ой, нашего бы не задеть. О, нормально, отбегает. Супер. Так вот. Так, как вот, патрончики. Все чисто. Суп, двери. Какой двери? А, вот сюда. Отлично. Забегаем и давайте долбим их. Вот это церковь! Там, у нас указатель там. У них таска! Они вывозят груз! Ух ты, ёп. Йо! Кто палит? Да, что-то я побежал. Что-то я перебрал, походу, немножечко. Ну, просто они сказали, быстрее беги, я что-то аж обделался. Ну, можно сделать вот так. Быстро. Они сказали... Мне сказали... Ух ты! Вот это что такое, ну-ка. Ёп. Ну, чё я сделал? А, так они живые еще. Ладно, идем туда нам. Коллиматор, классная пушка. Чисто. Выстраиваемся у двери.
сюда, что ли? Туда побежал куда-то. Ладно, давайте. F, чтоб штурмовать. Жми, жми, жми. Да пропеллер долбитый, ёп. Да почему? Да это бред. Если найдете, спрашивайте. СЭС или САС, не знаю, как это прочитать. Ici la station Corse, nous avons intercepté un message crypté. Idon, that's in the go London now. Prévenez les renseignements britanniques que nous avons un problème. Французы перехватили сообщение об отправленном в Британию подозрительном грузе. Мы опоздали судно? Нет, сэр. Звонок поступил с номера во фрегата Industries. Поднимите Ми-5 и сообщите им о непосредственной угрозе. Джентльмены, что нам известно? Ничего конкретного. Особый отдел работает, но мы советуем поручить САС работу с угрозами первого уровня. Соединитесь с Херрифордом. Мэм, насколько я понимаю, неизвестные лица ожидают посылку. Передаем вам возможное местоположение врага. Имейте в виду, никакой информации о самом грузе у нас нет. Принято. Моя команда уже готовится. Мы будем на месте в течение часа. Не волнуйтесь, чтобы они не задумали, мы этого не допустим. Конечно, допустим. Чё мы лохи? Так, не прислоняться. Блин, так называется наша вина. Ну, ух ты, новое задание. Сейчас бомбить будем.